сети появились слухи, будто после недели успешной работы АвтоВАЗ снова прекратит сборку машин. Эту информацию поспешили растиражировать многие, однако официальный Тольятти поспешил опровергнуть домыслы. АвтоВАЗ перезапустил производство на линии «Лада Гранта». Возобновлена работа всех сопутствующих подразделений. Ежедневный объем производства растет. У нас есть необходимые компоненты для продолжения работы и в ближайшие недели. Как уточнил глава ВАЗовской пресс-службы, штат работников, что прежде состоял из нескольких подразделений, теперь представляет собой единый автосборочный комплекс, то есть может привлекаться для работы на любой из трех линий. В июне будет работать только линия, где собирают «Ладу Гранту», а в июле начнет движение конвейер, с которого сходят «Нивы», «Legend» и «Travel». До недавнего времени компания Volkswagen Group Rus собирала Volkswagen и Шкоды для местного рынка на двух площадках – в Калуге и Нижнем Новгороде. Притом нижегородский конвейер не является собственностью немцев, а принадлежит группе ГАЗ. После того, как ГАЗ стала объектом американских санкций, стало понятно, что возобновить производство «Октавий», «Кодиаков», «Короков» и «Таусов» не представляется возможным. На недавно состоявшейся онлайн-встрече работникам предложили уволиться по соглашению сторон. Притом корпоративные смартфоны и ноутбуки, кому таковые полагались, разрешено оставить себе. Те, кто примет предложение до середины июня, сразу получат 6 окладов. Остальным предлагается рассчитаться до конца месяца, а взамен получить стандартную месячную зарплату и 5 окладов. Предложения касаются 200 работников контрактной сборки, которые были наняты самим Volkswagen. А вот персоналу со стороны группы ГАЗ увольняться не предлагают, так как они работали по срочным контрактам. А вот элабужский Solers Ford, где выпускали Ford Transit, продолжает стоять. Руководство площадки не делает резких движений. Поэтому персоналу последние месяцы стабильно платят 2/3 от средней заработной платы. Как уверяет руководство Республики Татарстан, от боссов автопроизводителя нет никаких новостей. При этом компания выполняет обязательства перед персоналом, четко и вовремя выплачивая обещанные компенсации.